27 августа по 5 сентября на территории обслуживания ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России по Алло-Посадский произошло 28 дорожно-транспортных происшествий. Из них одно ДТП с материальным ущербом в Электрогорске. С 10 по 16 сентября 2018 года в целях снижения количества ДТП с участием пешеходов, а также активизации профилактической работы, направленной на предупреждение ДТП данного вида, в Электрогорске будет проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Внимание, дети». Отдел ОГИБДД МО МВД России Павлово-Посадский в очередной раз предупреждает пешеходов о соблюдении предельной осторожности при переходе проезжей части дороги и необходимости наличия светоотражающих элементов на одежде, особенно в темное время суток.